Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Наші колеги із видання «Важна історія» опублікували таке дослідження щодо того, як Володимир Путін надає почесні звання полкам і бригадам, які в Україні звинувачують у військових злочинах. Саме про це ми хочемо поговорити зараз з нашим наступним спікером. Це Роман Анін. Він є журналістом-розслідувачем, редактором видання «Важна історія». Роман, здравствуйте, слышите ли нас? Да, добрый день, хорошо слышу. Спасибо, что присоединились к эфиру. Ну вот, собственно, если говорить о том, как и почему награждают те или иные бригады, понимаете ли вы эту логику, поняли ли вы ее после того, как провели ну вот такое подобное исследование? Ну, официальных причин, почему там награждаются, нет. Только в одном случае, по-моему, они пояснили, что за выдающиеся бои в Херсонской области. Но неофициальную причину мы хорошо понимаем, она заключается в том, что это такой способ моральной поддержки войск и армии, которые не хотят участвовать в дальнейших боях в Украине. Потому что многие из награжденных бригад, они не только были причастны к многочисленным военным преступлениям на территории Украины, но понесли тяжелые потери. И многие из военнослужащих этих бригад, они отказываются воевать дальше. И с помощью вот таких вот наград это такой способ их морально поддержать. Ну а кроме того, дать им какую-то причину, не только им, а их родственникам многочисленным, то есть героизировать войну. Да? Многие же из этих людей не понимают вообще, за что они там воюют, с какими-то мифическими нацистами. И нужна какая-то героизация, которая бы эту войну оправдала. Вот говорят, присваивание вот этих гвардейских наименований, оно является такой героизацией войны. Ну вот интересно, да, среди прочего, там же есть вот эта 15-я отдельная мотострелковая бригада, она еще и миротворческая, кроме прочего, ну, была основана как миротворческая. Ее подозревают участников этой мотострелковой 15-й бригады, подозревают в убийствах мирных жителей в Киевской области. У меня, например, ну, моя личная версия, я не знаю, насколько она соответствует действительности, была в том, что почему именно вот тех, кого подозревают в военных преступлениях, награждают, ну, таким образом, ну, во-первых, поощрить, типа, убивайте дальше, и плюс, возможно, это такой вариант, чтобы, ну, вымазать кровью максимально большое количество людей. То есть возвращается человек, скажем, из Украины живым, да, приблизительно знает, чем он тут занимался, и когда получает подобное звание, ну, фактически ему говорят, все, ты правильно делал, продолжай так и дальше. Как вам кажется, выглядит ли это правдоподобно? Да, я думаю, что вы отчасти правы, потому что, ну, как-то же нужно, в общем, показать, что ничего подобного, что никаких расследований не будет. Вообще, это на самом деле довольно давняя тактика. Если вы посмотрите, к примеру, как российская армия воевала там в первую чеченскую кампанию и кого затем награждали, то одним из главных героев чеченской войны стал генерал Шаманов, про которого я лично писал. У него там есть многочисленные связи с организованной преступностью. Ну и в Чечне этот генерал воевал примерно так же, как и нынешние его коллеги воюют в Украине. Просто сравнивали с землей и мирные города, и дальше заходили и добивали там выживших. То есть это такая давняя традиция российской власти, ну и тем более Путина, поощрять жестокость. Это ведь не только в Украине. Вспомните, как они награждали генералов ФСБ, которые отвечали за, к примеру, освобождение заложников в Беслане или за освобождение заложников в Норд-Осте. Но тут нужно напомнить нашей аудитории, что освобождение заложников выглядело так, что фактически большинство тех, кто в заложниках находились, они погибли во время этих операций по освобождению. Ну, особенно в Беслане, да, там почти 300 детей, если я не ошибаюсь, погибло из, по-моему, более 1500, по-моему, было, или 1200, нужно перепроверить цифру. Ну, короче, огромное количество детей. Все штурмы по всем меркам спецслужб и вообще общечеловеческим были провальными, да? Но за эти штурмы награждали ответственных и тех, кто возглавлял штабы, отчего у всех рядовых граждан и правозащитников просто глаза на лоб лезли. Как вы можете награждать людей за штурм, в котором погибло 300 детей? Это же нонсенс. И здесь, ну, примерно похожая логика, да? Она заключается в том, что мы не отступаем и можете творить, что хотите, можете творить, что пожелаете необходимым и нужным, насиловать, убивать, грабить, вам ничего за это не будет. Мы вас даже наградим, главное, победа. Ну, в их понимании, победа.
А вот вы сказали о том, что да, когда подобные вещи происходили, ну, в смысле награждения тех, кто руководил вот этими штурмами, скажем, в том же Беслане, где 300 детей погибли, что, ну, рядовые граждане, в общем, их это возмущало. Как вам кажется, вот сейчас, учитывая тот массив пропаганды, да, антиукраинской, который мы, ну, продолжаем наблюдать, что должны думать рядовые граждане? Должны ли они солидаризироваться с этими убийцами, насильниками и так далее? Ну, что они должны? Конечно, на мой взгляд, российские граждане должны всю эту войну всеми силами не поддерживать и делать все, чтобы ее остановить, и сделать все, чтобы режим Путина пал. Это то, что российские граждане должны делать, как мне кажется. Но, конечно же, к сожалению, большинство войну, ну, либо поддерживает активно, либо поддерживает из страха, может быть, и не поддерживает, но, тем не менее, отвечает, что поддерживает. Ну, много на это есть причин, наверное, мы можем про это говорить бесконечно, почему пропаганда так эффективна. Во-первых, потому что она 20 лет уже в России культивируется, и нищее население, население, у которого все украли, и которому думает только о том, как прокормить свою семью, на самом деле очень легко оболванить. Если вы поедете в российские регионы, в Бурятию, в Тыву, в Дагестан, откуда большинство контрактников, собственно, воюют в Украине, то вы поймете, что это просто нищая страна, которая живет, ну, на уровне 19 века, а в некоторых местах и 18 века. Я был в деревнях, где просто нет вообще ничего, ни канализации, ни... Одно электричество провели, чтобы телевизор работал, всего остального нет, ну, топят дровами люди. Конечно же, они будут поддерживать войну, потому что они живут в совершенно другом веке. Ровно как и Путин, собственно, со своей ментальностью. В этом смысле Путин ментально очень близок к народу, нищему. Ну вот, знаете, был вчера опубликован результат расследования Bellingcat, да, в котором они, скажем, смогли установить личность вот того российского солдата, который пытал украинского военнопленного, там, видео с ножом, да, сначала они его, значит, пытают, дальше издеваются и в конце концов убивают. Это такой Очур Суге Мангуш, вот он тувинец и так далее. И там интересный момент в том, что они даже позвонили ему, то есть фактически был разговор довольно долгий, вот мы с Христо Грозевым тоже об этом разговаривали у нас в эфире, и что удивительно, ну, мне казалось, слушайте, ну, так он же должен, наверное, гордиться, говорить, да, действительно, я это сделал и собираюсь. Нет, вот когда напрямую задавать подобные вопросы виновникам, да, они все отрицают. Как вам кажется, будет ли так продолжаться, или в конце концов мы увидим, что, в принципе, российские военные совсем перестанут стесняться? Ну, зависит от того, как будут развиваться события на фронте. Если они будут чувствовать, что побеждают, они не будут ничего стесняться, потому что, ну, они же будут считать себя победителями. А чем будет хуже развиваться ситуация на фронте, а пока у них дела обстоят там, ну, не очень хорошо, по крайней мере, совсем не так, как они бы хотели, то, конечно же, они будут, я думаю, все активнее избавляться от своих, в кавычках, геройств. Потому что будут понимать, что если российская армия эту войну проиграет, ну или, по крайней мере, будет вынуждена, что равносильно поражению, будет вынуждена дойти обратно в Россию, то есть большой шанс, что от них начнут избавляться как на территории России, как свидетелей ужасных военных преступлений, ну либо они просто понесут наказание и, не знаю, в Украине или в любой другой стране. Короче, это правда зависит от ситуации на фронте. Чем будут дела у них хуже, тем они будут скорее отрицать свои геройства. Ну вот я не отслеживал этот момент, но мне почему-то есть такое впечатление, возможно, пессимистичное, да, что, в принципе, так в истории войн или специальных операций, да, которые вела Россия, мы не видели того, чтобы кто-то нес ответственность за то, что он совершил на той или иной войне. Вы правы. Это, кстати, очень важный вопрос, о котором многие забывают. Мы когда разговаривали с... Ну, вообще пытались понять, откуда взялась эта неимоверная жестокость российской армии, которую мы видели на протяжении, всей этой войны. И разговаривали с психологами, с экспертами, с теми, кто изучает войны. Вообще первый ответ, он для меня был довольно неожиданный. Он звучал так, что российская армия никогда действительно не несла наказаний, и во многом вот это забытое прошлое и память Первой Чеченской войны, когда, ну, тоже было огромное количество жутких военных преступлений, о которых, к примеру, много писала «Новая газета», где я раньше работал, в том числе Анна Политковская, впоследствии убитая кадыровцами. Так вот, никто не понес никакого наказания за это. И, конечно же, это такая генетическая память в армии сохранилась,
и более того, стала поощряться. Ну, слушайте, люди типа генерала Буданова, да, который известен там, своим тем, что изнасиловал чеченскую снайпершу, ну, вернее, как они считали, снайпершу, герой армии. Генерал Шаманов, который просто сносил там с лица земли чеченские города, герои армии. Ну, таких много. Вот, вот они настоящие герои. Но вот если говорить о том, да, как милитаризируется российское общество, или, скажем так, милитаризируется все вокруг них. Ну, мы, из того, что мы видим, да, большое количество билбордов, прославляющих армию, все вот это «своих не бросаем», зеды, которые уже теперь, да, они даже появляются в названии городов, каких-нибудь там Новокузнецк, он уже пишется через латинскую «зет». А вот я, в принципе, я понимаю, что вы можете судить только, ну, по своему кругу знакомых и друзей, да, по тем людям, с которыми вы общаетесь, как они это воспринимают? Да, конечно же, ну, если брать мой круг, то ну, мы в шоке, потому что мы не... Я думал, что я хорошо знаю Россию, я понемногу ездил, но я не мог себе представить, чтобы такое огромное количество людей поверило в новую фашистскую идеологию. Идеология Путина, она мало отличается от фашизма, да вообще ее надо называть фашистской, называть вещи своими именами, со всеми ее атрибутами, да, и даже не скорее не фашистской, а нацистской, с этим стремлением уничтожить украинцев как нацию, с этой недосвастикой в виде буквы Z. И мне казалось, что такое, ну, по крайней мере, в России повториться не может, где память о Великой Отечественной войне еще сильна, и где они сделали из этой Великой Отечественной войны просто какой-то культ, как будто они эту войну и выиграли. И когда ты видишь вот это помутнение сознания, ты, конечно, причем даже у некогда умных людей, как тебе казалось, ты, конечно, поражаешься тому, насколько пропаганда эффективна. Вообще, конечно, главное оружие Путина — это никакие не гиперзвуковые ракеты, а это телевизор. И он это хорошо понял еще в 2000 году, когда он из мелкого, коррумпированного, жалкого чиновника из Санкт-Петербурга с рейтингом в 3% умудрился стать президентом. Именно благодаря работе пропаганды. Вот с тех пор столько денег, сколько в телевизор, он не ввалил просто ни в одну армию. Ну вот когда вы говорите о том, да, что вот есть какие-то люди, которых вы считали умными, да, и вот они поддались пропаганде, это вот вы о чем говорите? Ну я имею в виду, не то чтобы вы прям, давайте сейчас назовем конкретный пример, имя, фамилия, отчество и адрес, а вот что это за люди, которые, ну не знаю, возможно, считались людьми, как это, просвещенными, не, вроде бы не должны поддаваться пропаганде, возможно, даже телевизор не смотрят, да, а сейчас поддерживают войну. Вот кто эти люди? Ну, это люди и преподаватели, это из университета в том числе, которые... Пропаганда же, она такая многогранная, она на самом деле бьет на широкие массы населения. Для самых необразованных и неискушенных проходят сказки про нацистов и про биолаборатории боевых голубей, и люди в это верят. А те, кого мы называем более-менее просвещенными, они, конечно же, в эти сказки не верят, понимают, что это пропаганда, рассчитанная на самолимпинизированная часть российского общества, но они верят в эту историю про то, что Россия, значит, великая держава, НАТО нам угрожает, и задача России отодвинуть, значит, НАТО от границ и восстановить исконно, вернуть исконно русские земли. Но вот в эту, я бы сказал так, что та искушенная часть публики, которую можно было бы считать умной и просвещенной, она до сих пор болеет тем самым Версальским синдромом, вот этим имперским синдромом, незалеченным, который остался в них после распада и Российской империи, и Советского Союза. Ну, вы имеете в виду реваншистские настроения. Но тут знаете, что интересно? Мы, среди прочего, общались с бывшими пленными в вот этом концлагере в Еленовке, так? Ну, вот люди, которые прошли эту Еленовку, скажем, были там 100 дней, волонтеры из Мариуполя. И, среди прочего, они нам рассказывали такую вещь, это, мне кажется, любопытным. Они говорили, что если сначала у них были вот их надзиратели, это были так называемые ДНРовцы, ну, то есть это фактически граждане Украины, да, которые там 8 лет проживали на территории оккупированной Донецкой или Луганской областей, то вот там они, да, действительно были, ну, вот, с промытыми мозгами, да, вот что-то там они действительно верили в то, что кто-то их бомбил, учитывая, ну, мы тут должны помнить, что статистика, скажем, жертв за 2021 год — это 7 погибших за год. Так вот, потом их заменили на российских надзирателей, ну, то есть представителей, наверное, все-таки российской армии. И вот там был интересный момент, что, кажется, они не особо во что-то верили, в нацистов или биолаборатории, или боевых голубей, они просто были циниками. И вот это интересный момент.
Каким образом, на ваш взгляд, можно воспитать вот цинизм до такой степени, ну, что вы готовы пытать, убивать людей? Ну, он же начинается со школы. Мы об этом тоже делали исследование, когда смотрели на тех солдат, которые воюют в Украине, солдат российской армии, и откуда они, и какой у них возраст, из каких они регионов. Так вот, мне кажется, что тут важно понимать, что это первая война целиком путинского поколения. Этим же людям там 20, средний возраст, по-моему, 28 лет мы считали. Ну, большинство, понятно, если брать рядовой состав, это там 20-летние, 25-летние ребята. Что такое путинская школа? Это школа, в которой, которых преподают те самые учителя-единороссы, которые затем фальсифицируют выборы. Да? То есть вот этот вот весь цинизм, он начинается со школьной скамьи, потом продолжается на уровне ну, там, армии и так далее. Ведь когда президент в 2014 году, нагло улыбаясь, говорит, что нас там нет, а все понимают, что они там есть, имею в виду Крым, да, и Донбасс, начало войны. Это ведь и есть развитие этого цинизма. То есть вообще на протяжении 20 лет, что делал Путин, он перевернул общество. Вот если мы представим общество как некое озеро, да, где есть муляка, как говорят на Донбассе, где есть вода и где есть там пена, то вообще мы должны... Хорошее общество — это то, которым руководит ну, интеллектуальная элита, не знаю, финансовая элита. Я когда говорю финансовая, в общем, бизнесмены, предприниматели, ученые, разработчики. Путин сделал ровно обратное. В России руководит, простите, конченая гопота, которая стала, если вы посмотрите на риторику Кадырова, на риторику Турчака, на риторику Володина, до самого Путина, это просто гопота из подворотни. Это люди, которые привыкли решать вопросы с помощью наездов, угроз, убийств, ну, в общем, то, как это решается в банде. И, собственно, таким они и делают общество. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главными стержнями российского общества стали там цинизм, апатия и полное наплевательство на репутацию. Ну, в общем, полное такое, знаете, моральное разложение. Это самое страшное, что происходит с российским обществом. Моральное разложение, школьной скамьи, да, не говоря уже там про армию. Ну, то есть, либо ты гопник, который может забрать все, что тебе хочется, да, и даже если это тебе не принадлежит, либо ты лох. В том смысле, что, ну, если ты не забираешь то, что тебе не принадлежит, ну, твои проблемы. Правильно ли я понимаю? Это вот именно такая логика у них есть. Я, знаете, с таким, ну, как бы у меня уже ничего не ужасает, когда ты читаешь российскую пропаганду, но я на нее подписан, я читаю всех. Вы знаете, какая была главная реакция, когда, значит, Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, а Китай угрожал? Главная реакция у всей этой ГПТ была такая: ха-ха, смотрите, они, значит, трусы, ничего не сделали. То ли дело наш президент, значит, не боится там этим натовцам бить по рогам, да, и вот он с ними воюет в Украине. То есть они насмехались над Китаем в том смысле, что Китай и китайцы, ну, простите, если мы используем эту терминологию, я ее первый начал, поэтому и буду дальше использовать, что китайцы такие лохи, значит, не начали Третью мировую войну. Вот это вот их идеология, в этом живет их МИД, этим живет Путин, этим живет вся их так называемая верхушка, которую, конечно же, элиты и не хочется называть. Ну вот опять вот вы упомянули МИД, да, например, дипломатов. Мы же помним тот знаменитый твит британского, российского посольства в Великобритании, которое, значит, написало о том, что, ну, надо азовцев, ну, не просто стрелять, их нужно вешать. А вот это... как сказать, такая эволюция дипломатии российской. А это давно уже так произошло? Ну, потому что, возможно, мы не следили так пристально за тем, как общаются российские дипломаты. Мы, среди прочего, например, обнаружили посла Российской Федерации в Венгрии, такую Митрофанову. И тоже вот обратили внимание, как она, в принципе, общается там с людьми и своими коллегами, тоже очень удивились. А это уже давно или это вот только сейчас началось и обострилось с 24 февраля? Нет, это, конечно же, не сейчас началось, это началось давно. Можно много приводить примеров, чего одна Захарова стоит. Это отрицательная селекция. Она, к сожалению, работает таким образом, что постепенно из любого организма, будь то МИД, будь то вообще государство или страна, вычищаются наиболее образованные, наиболее умные. В общем, те люди, которые что-то себе представляют и которые, конечно же, могут не соглашаться и не соглашались с просто преступной политикой МИДа и в целом всей страны. А заменяются никем, заменяются нелояльными, необразованными
и теми, кто исповедует, вот, теми, кто разделяет вот эти вот ценности банды, да. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы читаем эти ужасные твиты про то, что нужно азовцев вешать или там кого-то еще убивать. Это пример отрицательной селекции. И Российская Федерация, МИД в частности, это такой вот просто типичный пример того, когда все профессионалы, образованные, умные и независимые были оттуда выдавлены и остались только, ну, такое, простите, быдло, которое может вести диалог только с позиции угроз. Ну вот многие наши коллеги, да, они писали о том, что в, как это, недрах российской власти, когда началось это полномасштабное вторжение 24 февраля, многие, разумеется, об этом не знали, не знали о том, что есть такие планы, что там была некая растерянность, да, были даже люди, которые считали, что это неправильно, что, значит, неправильно вести войну с Украиной. И мы видели какие-то такие движения, скажем, среди прочего, но это было еще в мае. Есть такой Борис Бондарев, российский дипломат при ООН, который сказал, что, ну, он, значит, осуждает войну и, исходя из этого, не может работать на Российскую Федерацию. И казалось, что, ну, возможно, таких заявлений станет больше. Но вот кроме этого Бондарева, да, никого не появилось. Это тут снова мы говорим про дипломатию. Это означает, что вот настолько они понимают, что без режима Путина им не выжить. Как вы это объясняете для себя? Ну, смотрите, конечно же, нельзя говорить о том, что все в российской власти, как и в обществе, поддерживают войну. Нет, противников войны там огромное количество. Ну, давайте не будем говорить про общество, а поговорим, значит, про власть. Почему они ничего не делают? Ну, потому что страх. Они же видят, что происходит с теми, кто выступает против войны. Мы сейчас ставим в стороне вообще, насколько это морально или аморально, да. Ну, люди боятся. Боятся, потому что противников режима Путина травят, убивают, сажают в тюрьмы. Это первое. Второе, помимо страха, они понимают, что они не видят вообще никакой альтернативы. Ну, в смысле, выехать на Запад и сдать все, рассказать, это будет расцениваться у них как предательство, и тоже, бог пойми, что потом с тобой станет. Ну, в общем, ну, опять же, можем на примере, простите, пожалуйста, что перебиваю, да, на примере Чубайса, ну, там непонятно, что случилось, но я думаю, многие это воспринимают как сигнал. Тут должен напомнить, что Анатолий Чубайс уехал из России в, кажется, первые дни так называемой специальной военной операции, сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Вроде бы, как это говорят, что никто его не травил, но мне кажется, что всех это должно было напугать. Да, я, честно, тоже не знаю, что с ним произошло, хотя симптомы действительно там странные. Но неважно. Действительно, в этом огромном государственном аппарате российском есть много людей, которые понимают, что война ведет просто страну в пропасть. Я вам более того скажу, как говорят нам наши источники, даже глава СВР Нарышкин выступал против войны и предупреждал Путина накануне, что какими последствиями это обернется. Чем это обернулось для самого Нарышкина, мы хорошо видели на заседании Совбеза перед тем, как было принято это решение, когда Путин просто его унизил. Хотя здесь, кстати, надо понимать, опять же, вот эту бандитскую психологию Путина. Нарышкин его очень старый друг. Они знакомы с разведшколы, значит, они там были вместе в группе одной. Они просто давние друзья. И когда ты так унижаешь своего друга просто на всю страну и на весь мир, а твой друг, значит, дрожащими вот этими вот губами, просто как мальчик, хотя глава СВР целой внешней разведки, стоит и там что-то лопочет, то вот вам и ответ. А почему они ничего не делают? Потому что они все скованы этим страхом. Последнее, что тогда спрошу у вас. Ну вот мы видим такие движения, скажем, появилась Лига свободных наций, речь идет о тех национальных меньшинствах, которые сейчас проживают на территории России, да. Как вам кажется, есть ли там будущее? В том плане, что, ну вот мы видим, например, фонд «Свободная Бурятия», который занимается тем, что помогает бурятам, которые не хотят воевать в Украине, расторгать вот эти контракты, да. Как вам кажется, это там есть перспектива или, в принципе, российской власти несложно это все задавить? Ну, смотрите, пока это не, если быть искренним, это не очень массовое явление. И не сказать, чтобы они были вот в этих регионах настолько популярными и на что-то бы сильно влияли. Ну, это вот мое мнение, судя по
тем новостям, которые я туда вижу. При этом я полагаю, что если в России начнутся волнения, я, честно говоря, думаю, что, скорее всего, они начнутся, как бы не закончилась война, а все идет к тому, что она закончится, на мой взгляд, поражением России, даже если им удастся ценой невероятных потерь добиться каких-то там промежуточных результатов, это все равно обернется стратегическим поражением России. Россия уже проиграла, начав эту войну. Так вот, если эти волнения начнутся, то они, конечно же, начнутся не с Москвы, не с Питера, они начнутся с регионов, которым просто будет нечего есть. Вот нищие города, в которые пришли сотни и тысячи цинковых гробов, и где у людей нет просто ни копейки на то, чтобы купить элементарные продукты питания, вот там уже люди, просто людям, которым будет нечего терять, пойдут на улицу. И это будет страшно, потому что это будут не протесты 2011 года, где выходили образованные, значит, предприниматели, студенты и другие, как их называют в Кремле, либерасты, да, а это пойдут поклонники Гиркина и Стрелкова, простите, что я говорю про него в двух лицах, но он того заслуживает. Вот они будут протестовать против действующей власти, и тогда Россию ждет настоящая гражданская война. Роман, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашим слухачам, Роман Анін, журналіст-розслідувач, редактор видання «Важні історії», був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини від Інни Марецької. Після новин я повернусь до цієї студії. Спеціальний ефір на радіо НВ. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.